Всем привет, с вами по-прежнему Ingenti, и возвращаемся мы на последнюю карту на сегодня, карту между командами FFF и EF. Игра вторая уже, скажем так. Боже, что я говорю сейчас? Ой, я уже заговариваюсь, наверное, пора идти спать. Короче, эта игра у нас идет в рамках сами-серии 11 сезона, и это последний игровой день второго группового этапа. В общем, завтра уже начинается вроде как третий. Ну, завтра-то будет завтра, а у нас сейчас игра. Команда FFF взяли себе Примастера и Дизраптора. В свою очередь, команда EF взяли себе Огрмагра, Кентавра и Шадоу Демона. Баны команд FFF забанили Деспрофит, Вингура, Зора и... Надо же, забыл. Скаврос Мейджа. Все время помнил, в итоге забыл его ник. Не ник, а имя. В общем, команда EF забанили Тайда, Войда, Нагу и Энигму. Джакир забирает команда Флэлс, Фурион, Фармерс. Чего они не берут Фуриона? Давайте Фурионщика и погнали. Так, Джакира. Ну это такая заявочка на пуши. Вау. Инвокер, ребята. Это же инвокер. Сегодня мы уже видели одного инвокера, который раздавал просто как гигей по всему, что движется и что не движется. Потом он двигал, тоже поэтому раздавал. В общем, посмотрим, кого сейчас возьмет команда FFF. У вас саппорта есть, хотя Джакира может пойти и на оффлейн. Я думаю, там нормально отстоит. А если еще попадется против Кентавра, так ему вообще париться не придется по этому поводу. Так, ну что, блин, как-то они долго думают над своим четвертым пиком. Вайпер. Интересно. Вайпер на мид, я думаю, вряд ли пойдет. Хотя против инвокера. Ну, посмотрим, короче. EF забанили Андаинга. Так, ну и нужно теперь банить Кэрри. Кэрри типа Мартры. Либо Свена, либо Луны. Хотя Луна... Мирана может быть. Дум, кстати. Кстати, да, Дум. Забанили Сларка. Ошибка. Или вообще сейчас Сайленсера возьмут и не будут париться. Огра на оффлейн, Кентавра фармить. Инвокера на мид. Ну или Сайленсера кэрри. Ten
Так, ну времени еще предостаточно у команды EF, что подумать над своим последним пиком. Ого. Легионка. Такой себе пик на самом деле. Не нравится мне этот пик вообще никак. Не знаю, как-то... Он странно выглядит, как минимум. Умник. Опа. Умник, это интересно. Убираем рамку и начинаем смотреть за игрой. Начинаем смотреть за игрой. И смотрим мы на команду EF. OneShot играет на Легионке. Mom Gaming играет на Invoker. Dead All играет на Shadow Demon. Так, я и не помню, как читается этот ник на Кентавре. И Тезер. Вроде как не было Тезерка. Ну ладно, играет на Ogre Маги. Команда Triple F. Воу. Ладно, Never Say No to Panda играет на Брюмастере. Леона играет на Дизрапторе. Сверху у нас стоит Hugo Boss на Вайпере. Эпилог на Джакира. И вот тут у нас еще Dreams Evil. Тоже не было этого игрока на первой карте. Играет на Omni-Knight. Вот. Опять такой же вард, как и был у команды EF, только тут тогда он ставил вот здесь. И видно, чуть побольше дает. Так вот. Там давал вот так вот. Как-то косо-криво, вот так вот. Неважно. Так, ну и лайнапы. Легионка. Оффлейн против Овника оффлейн. На миде Брю против Инвокера. И сверху трипла Кентавр. Шадоу Демон и Огр. Что? Может, саппорты уйдут потом отсюда, но как-то... Странно. Ну ладно. Против триплы Дизраптор, Вайпер и... Джакира. Ну, смотрим. Вторая карта. Best of 2. На первой карте, напомню, выиграла команда Triple F. Выиграла довольно уверенно с помощью мипа. Посмотрим, как у них это получится сейчас. Так, так, так. Ну и чё? Поиск на так. Ой-ой-ой, тут какие-то такие размены. На самом деле, если бы Легионка продолжила воевать бы с Омником, она, может, его даже и убила. Там, типа, первый скилл уже откатился бы у нее. Ну и потом накрывает она этим скиллом. Омника-то не было еще хила. Омника еще не было хила, там был в кулдауне. А нужно было идти вот это все время, чтобы просто дать эту тычку ему. Такое.
Ну ладно. Так. Чё тут? Тут отвод. Оп. 88 голды. Нормально. Сюда, сюда, еще тычку. Нормас. Тауэр так подфармил. Конечно, крипы стоят здесь, но 88 золоты. Блин, 88 голды зато получил за усача. Нормально. Так, вайпер. Чё вайпер? Вайпера 6 крипов. Нормас. Тут, кстати, битый омник, битая легионка сейчас захилит. Можно было захилить, попробовать себя. Ну ладно. На миде брю бутылка, инвиз в ней. Тапок у инвокера клэпнул. Такой, иди сюда, я тебе ещё клэпну. Ладно. В лес зашли, варда тут нету, поэтому не видят. Стоит только такой. И типа не достает. First Blood. Лол, он здесь. Я понял. Он мне запотел. Пошел под вышку. Ну ладно. Ой, какие тут плюхи вылетают, Паша, тут где он еще тычку дать может прячет себя в. Но не-не-не-не-не, тут айс паф и до свидания. Так, Soul Ring несет себе Omni Knight. Нормально. Хил. Ой-ой-ой, Джакира, больно здесь. Как же больно здесь Джакира. Спав мимо. И Сунстрайк. Не попадает, но зато долетает тычка от инвокера. И это минус Джакира. 1-2 счет. Критуля такая. Нормально вылетело. Отменили ТП. Кентавр покупает себе транквилы. Ну, как мы видим, нормально чувствует себя там. Омник против. Ну и так потом тут. Disruption. Закрыли Shadow Demon. У него уже отсюда нет пустой спав. Это минус. Стоп. Так, ну умник тут вроде как нормально стоит против легионки. Хотя вот она, дуэль. Залетает сюда Sunstrike и... Уже ненормально. 1278 победа. Ого. А ну-ка. Не то я нажал, вот это надо нажать. Тык. Я обновился. Да, 1278 победа. Уго. Уго. Ну ладно. Так. На мид выход. Выход на брю. Да, вовремя я, конечно, переключился. Легионка умирает тут. Омника, Fight Recap нам говорит, что 2 даже purification было от Omni Knight'а. Да. Не повезло легионке там снизу, конечно, но да ладно. Все еще может исправиться, конечно. Мидас инвокер собирает. Тут, в принципе, 200 голды. Не так и много ему осталось. Джекира транквилы. Тут может мега какая-то появится. Транквилы уже имеет кентавр.
Ноугуд, как всегда, играет без закупа. Бам. Захилили. Ой-ой-ой, как же больно здесь Квокеру. Санстрай, конечно, кидает в Омнинайта. И Омнинайт погибнет, конечно, здесь. Но Инвокер тоже отправляется в таверну. Ну, хотя бы... А, еще и успел метаться закупить. Нормально. Хотя бы не 1-0 размен. То есть так ровненько получилось, все хорошо. Для Инвокера. Главное, что кинул колдснеп именно в того, кого атаковала вышка. Если бы там в кентавра, ой, не в кентавра, боже, в брюмастера полетел бы колдснеп, санстрайк, то это был бы как минимум провал. Провал провалов. Появляется Ring of Regen у Вайпера. У нас тут коллэп Бримастер, но Бримастера нет маны, хотя, в принципе, Рканы прожмет и будет Праймал Сплит. Кентавр, пятый уровень. Спалили Дизраптора здесь. Что тут у нас? Регионка. Бутылка, косарь 300 сверху. Фармит на блинк. Жакира покупает себе транквилы. Стригейт тоже у него есть. Может... Куда поставить? Может. Никуда он их поставить не может. Везде стоят только их варды. И ПТ появляется у Вайпера. В принципе, сейчас может купить себе уже хедреску. Денег ему хватает. Так, ой-ой-ой, начинается драка, айспав по Огру. Тут погибает кентавр из-за своего дабл-эджа, там еще и Вайпер поздно так тикнул, дабл-кил в итоге для Вайпера. Нормально, на миде что-то происходит. Прямо Сплит гонится за Инвокером, но Инвокер, мне кажется, тут все-таки выживет. Хотя, так в наглую идет, идут эти спириты. Не. Ой-ой-ой, первым скиллом все-таки Легионка добивает. Да, печаль. Кстати, 600 колды уже у Вайпера, нормально. Так, вот он, блинк у Легионки. Вот он. И ставится пауза, потому что вылетает у нас... Легионка, ну ладно, чё, подождем, сглянем на артефакт и Легионка. Блинк Даггер, Шадоу Демон Варды, Кентавр Транквилы, Огр Тапок, тут Мидас и Йул уже почти есть. Ну как почти, еще долго, наверное, за Йула. Так, Вайпер. Рецепт на Меку, сразу так покупает. Дизраптор Транквилы. Ковилы. Брю мертвый у нас. Я его пытаюсь искать здесь. Брю, бутылка и арканы. Джекера, транквилы. И Омник собирает Аганим. Нет, стоп. Это не Аганим, это аж...
Eye of Skadi. Это же Eye of Skadi, ребята. Овник, ты попроще будь. Хотя Ганим тоже был бы неплох. Здесь, на самом деле. Так, тут смог. Брю. Дизрапшн. Санстрайк и бабах. Минус брю. Нормально так. Походу сам этого не ожидал. Так. Ну, остается только Whitestone Invoker на Юл. Опа, дуэль. Ну и все, походу там Омник приплыл. Хотя... Guardian Angel живет. Лол, на развороте тут же... Жить! Кентавр живет. Тут вроде как тоже Легионочка спасается бегством. Дизраптор убивает все-таки. Кентавра нашел его здесь. Где, если быть точнее. Тейкнула вот здесь, по-моему. Где-то вот. Короче, где-то тут. Так, Инвокер отправляет курьера в тайную лавку. Кентавр уже тут. Брю заходит. Прайма сплит есть. Клэп. Сразу словил стан. Праймал сплит. Тут ультимейт из Раптора. Хороший ультимейт по Легионке. Легионочка, Легионочка, живи! Погибает Легион Командер. Инвокера поднимают в ветра. Там Стом был дан. То есть погибает здесь еще и Кентавр. Вниз уходит Инвокер. Минус еще и Т1. Нормально. Страйк спасается, в итоге Дизраптор тут захилили, а вот Вокер тэп-аут, нечем сбить, возвращают его, хорошо! Вокер тоже отправляется в таверну. О-ло-ло. Тут еще и вышка упала, Джекира постарался, вот. Стояла вышка и нет вышки, только и Вокер показан. Взглянем на графики, 4000 нетворса ведет команда FFF. 3000 голды. Так. Огр. Чё Огр? Трангвилл никак не может собрать у нас Огр. Тут нашли у нас Кентавра сразу. Снабит и убегает. Но снабит-то закончился. Не-не-не, живёт. Вроде как Вайпер тут нашёл Инвокера. Вайпер ломает. Возвращают Инвокера. Инвокера тут еще и посынстряк поставили в минус. Инвокер 100%. Так, хлеб такой. Отбрю. Нормально. 5-12 в итоге становится счет. Откроем мы Нетворс. И видим, что Вайпер пока что топ-1 Нетворс. Затем идет Инвокер. Отстает он от Вайпера на 6000. Потом два героя команды FFF. Ее оффлейнер Ев проигрывает саппортом команды FFF. Это, ну, как
минимум печально. Тут драка какая-то. Primal Split. Зацепили. Легионка, легионка. В таверну без байбека. Минус Т2. Йоу у Джакира. Поднимаю левый трат у Тогра. Заходят на Т3. Сложился у нас Брю. И сразу бликаут. Файт рекап. Ну, походу, Static Storm нанес больше всего урона. А, тут еще, ладно. Еще и Thunder Strike. Сколько тут сейчас? 60 урона. Он нанес меньше. Может, учитывается именно этому герою, не знаю. Ну ладно. Dire's middle tower is under attack. Или он его прокачал. Тоже возможно. Майнд Стиллер. Такое прям имя у него. Майнд Стиллер. Нифига себе. Опасный парень. Омник. Все-таки это Аганим. Ну и теперь попробуй начать драку против команды Triple F. И сразу Омник Guardian Angel на всю карту. Бабах! Ну и все. Типа, будете стоять, смотреть на это все происходящее дело. Тихо. Идет. Надо положить на место, еще потеряю. Да, у нас медиаторы валяются, блин. А вот там, почему они пропадают? Почему они пропадают? Где эти долбанные медиаторы и так далее и тому подобное? Так, ну вот, с санстрайком проверили, но уже поздно. Вайпер забирает у нас Аэгис. Ну и на низ. Идет команда Triple F. Вышку покоцают, может даже и поломают. Посмотрим. Так, ставится пауза. Почему пауза? Сори, 5 минут, плиз. Блин, ну ладно. 5 минут, так 5 минут. 5 минут, 5 минут. Ту-ду-ду-ду-ту-ру-ту-ту. Пиццу привезли. Ну ладно. Ладно. Если команды согласны, ну ладно, то ничего писать не буду. По правилам 5 минут дается, ну ладно. Ребят, пока у меня тут пауза, переходите на третий канал. Star Ladder 3. Там для вас СНГ регион про серии комментирует Исаак Квинг. Ну, либо же можете смотреть все прямо через Dota 2 клиент. Показываю для вас сейчас. Watch, Professional, и вот она. Вот он билет. ZLTV Pro Series, абсолютно бесплатно. Говорю сразу, Moscow 5 против Duza Gaming. Я думаю, игра стоит того, чтобы ее посмотреть. Поэтому давайте туда переходите. Ну, а я как-нибудь уже так посижу, покомментирую. Ну, а повтор вы сможете посмотреть на канале SLTV Tour. На YouTube канале имею в виду, конечно же. В общем-то, вот так вот.
Да, тут пошла уже полная капа. Ладно, посмотрим на артефакты, в принципе, что нам терять. Легион, КПТ, бутылка и блинк даггер, шадоу демон, арканы, кентавр, блинк, транквилы, огр никак не может дособирать свои транквилы, зато собрался луринг, ну ладно, инвокер, мидас, еул, тапок обычный, стики и нуль. Команда трипл F. Вайпер. ПТ, Мега, Стики, Аэгис и собирает Аганим. Так что, Акуила еще у него есть. Брюмастер, Владмир, бутылка, блинк и арканы. Джакира. Джакира, Транквилы и Еул имеет. И Омник у нас с Аганимом. Солурингом и Орбов Веном. Ну, еще обычный табак, конечно же. У него есть. В общем-то, вот. Графики. Что тут? Графики. 10 тысяч нетворса ведет команда. Трипл F. И 7,5 экспы. Вот так вот. Да, ну неужели? Продолжается игра. Ну и смотрим, что тут у нас. Вроде как команда 3PD собиралась идти вот так вот. Смотрим, получится это у них или нет. А, что, в принципе, не получится. Все у них хорошо. Аэгис есть. Правда, на миде под тауэр будет, но вот это только Т1. И фортификейшн на него можно потратить, который сразу же откатится. Так, Брю улетает на мид. Зачем? Зачем они тащат этот Т1? Лол. Глимс на Огра. Огр. Просто убегает. Депал пытается сделать, но это полная наглость уже. Кентавр, кстати, где погиб кентавр, алло. Вот тут погиб кентавр. Погиб он от Джакира. Вот так вот. Лол. Это типа полный лол. Легионка еле улетела оттуда. Ну ладно.
bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Т2 падает и очень быстро. Минус Т2. Это, кстати, последний внешний тауэр команды ЕФ. Остается только Т3 у них. Что? Зачем? А, я понял, зачем тут была дуэлька. И в итоге легионка погибает сама. Вам еще тычку дать нужно, хотя выхиливать себя очень даже знатно. Легионка там пока живет, а спав на инвокера. Инвокер уходит в инвиз, там пока стоит в центре. Еще один поставили в центре. Легионка погибла от брюмастера, подняли ветра инвокера, хотя он сам себя поднял, там крапиву не потратили. А спав минус инвокер. И сейчас можно пробовать заходить по миду, в принципе, disruption был потрачен на самого шарда демона, чтобы выжить. Вайпер почти купил себе агоним. Ну и смотрим. Да, просто по миду заходит команда Triple F. Похилили вайпера, похилили новый fortification на tower. Т3 упал. Так, хороший стан, сейчас еще и... Ой-ой-ой, какой же там урон на шоу демона зашел от этих стаков. Просто забей. Минус брюмастер. Вайпера агоним. Две сто. Просто бабах. По-другому ты не скажешь. Так, и у инвокера. Ой, инвокер тут без шансов управляется, наверное. Просветок нету. Спав почти попали. Лол. То есть тут ставить подряд просветки у них есть, вот. Типа. А сюда. Ну, нужен гем купить и типа не париться. С этим инвокером. Раптор тоже собирает себе агонимчик. Клэп от Лю. Дизрапшн. Шадоу Демон замедлен очень сильно. Его пинсуют. Это минус Шадоу Демон. Лоу выживает. Нет, не выживает. Дизраптор его убивает. Закрыли Огра. Праймал сплит от Брю. Огр. Огр тоже отправляется в таверну. Бэйбэк делает шадоу демон. Инвокера зацепили. Ветра сразу поднимает он себя. Сложился Брю. Омник бегает. Есть еще что еще? Гвардиан Энджел. Вот он, Гвардиан Энджел. Можно ломать вот это вот действие. Да, минус милишный. Сейчас еще должен... Милишный барак. 5 хп падает. Минус кентавр. Легионка сюда подошла. Ее... закрыли, но типа это хорошо поставлен, в принципе. Минус легион командир, должен быть сейчас байбек. Не делать на его пока. Минус шадоу тема, сразу вот байбек. Хороший глимса нули инвокера. Ветра его поднимают. Инвокер. Инвокер, минус инвокер. Сразу тоже байбек делает. Трипл килл для вайпера. Если Айгис пропал. Клэп. Захилили вайпера, хорошо. Кинули на него еще репейл. Ну и на этом как бы драка заканчивается, или нет? Не. Все, драка закончилась. Ну ладно. Так, легионка собирает медальку. Медальку. Тут что, тут 1900 голды.
Дизраптор с Аганимом. Кстати, упал на миде. Тауэр. Т1. Да только Т1 попадали у команды Triple F. У ЕФ нет уже милишного барака на миде. Печальненько. Другому ты и не скажешь. Так, Рошан. Рошан. Через 2 минуты. Нормально. Викеру нужен тапок. Желательно ПТ. Другому типа никак. Он может, конечно, собрать тревела, но смысл, в принципе, от них сейчас. Нужно ПТ. И ПТ нужно было еще раньше даже. ПТ нужно даже больше, чем фейзы. Так, смоук. Смоук. Брю. Пошли в другую сторону. Брю сам идет в лапы. А не, вот как раз таки в смину может сейчас зайти вот так вот. Так, начинается драка, вайпер. Что-то тут происходит. Минус легионка, Guardian Angel, минус кентавр. Поезд на атак, минус. Также еще и. Шаттл Демонс. Со всеми, короче, и это ГГВП. Счет по картам 2-0. И команда Triple F одерживает 3 очка. Последний игровой день. С чем их можно, кстати, поздравить. Ну что ж, я с вами буду прощаться. На протяжении сегодняшнего дня с вами работал... Для вас, точнее говоря, работал Ingenti. Не забывайте подписываться на мою страницу ВКонтакте. Также не забывайте вступать во все группы StarLadder TV. Ссылки есть в описании. Ну и всем удачи, всем пока.